Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем новый проект «Кафе Шантан» в Высоцком. Ну, собственно, идея всего этого принадлежит, как видите, нашему Саше. Да, и история была такая, то, что мы проводили звездный «Кафе Шантан» в «Гнезде глухаря». Ну, я думаю, здесь многие даже там были, все это видели. Вот. И незадолго до всех событий Саша нам с Машей Каджаевой предложил, говорит, давайте вот мы «Звездный кафе Шантан» закроем, потому что проект выполнил свою функцию. Вот. Мы такие как бы сначала немножко испугались, такие думали, ну как же так там это. А он говорит, но давайте откроем новый проект, который будет называться «Звездный кафе Шантан» в Высоцком. Вот. И если вы можете, то помогайте мне. Вот. Ну, мы, конечно, сказали, да. Ну и вот теперь мы сейчас здесь. Продолжаем традицию. Надеюсь, она будет еще долго жить. Поэтому... А, ну и как бы он сказал, что в новом проекте я хочу отойти от предыдущего как бы концепта, буду менее относиться категорично там, к выбору песен, буду приглашать ребята, чтобы они пели то, что они хотят, не только французские, не только неизвестные французские, но могут быть и известные, и на других языках. Вот, ну как бы сегодня мы это пытаемся сделать. Поэтому сегодня вы услышите песни на разных языках, и на русском, и на английском, и на испанском, итальянском, французском, современные, не очень известные, тоже не очень. Но хотелось бы все-таки, так как «Кафе Шантан», начать концерт и весь проект с одной очень знаменитой песни, которую вы все, конечно же, узнаете, «Mireille Mathieu» и «Pardonne moi». Ее споет наша новая хористка, относительно недавно она пришла в хор, но уже все успели восхититься ее качествами вокальными. Вот, и поэтому приглашаю на сцену Марию Богоявленскую, песня «Pardonne moi». Pardonne-moi ce caprice d'enfant.
caparaison. Plus je vivais, plus encore je t'aimais tendrement. Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre. Браво, браво, да. Следующая песня, ты можешь не уходить, кстати. Да, да, поет тоже Маша Багивленская. Как она называется? Дичинтачелло. Дичинтачелло буе. Вот, да, я думаю, вам это название мало о чем скажет, но как только вы ее услышите, вы сразу ее узнаете и поймете. Ho perduto sogni e fantasia, che penso sempre a lei, che è tutta vita mia. In ciò volesse dicere, ma non c'è saggio di. Let's go.
Молодец, молодец. Я слышу, где-то плачет Басков, который завидует, как можно исполнять эту песню. Следующей нашей исполнительницей будет Кристина Агаджанян. Она исполнит песню французской певицы Жюли Зенати, которая в свое время играла Флёр де Лис, а затем и Эсмеральду в известном всем мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Вот, сейчас она является участницей благотворительных концертов «Les Enfoirés», что переводится как «недоумки». Заметил, кстати, то, что французы как-то любят себя называть нехорошими словами. То есть как вот мы были в свое время ездили на фестивали хоровые во Францию, там, когда вот тысяча человек стоит хористов, исполняет вместе с каким-то известным исполнителем песни. Они тоже назывались, короче, «Поющие дураки», то есть «Фу Шантан». Вот. Так что песня «Си же мю суар», Кристина Агаджанян, прошу на сцену. Добрый вечер. Et
Вот. Теперь немного экзотики. Сейчас в Азию перенесемся. Значит, в песне Nobody корейской группы Wonder Girls девушки поют о том, что, несмотря на все трудности, им не нужен никто, кроме их возлюбленного. С помощью этой песни в 2011 году миру стало известно о корейском музыкальном направлении K-pop, которое в наши дни имеет широкое распространение среди молодежи. Видео живого выступления стало первым набравшим миллионы просмотров видео в направлении K-pop, обязательным составляющим которого являются девушки, танцующие под песни о любви. Вот. И сейчас я приглашаю на сцену трех таких девушек. Это три уже известные. Значит, Мария Каджаева, Юлия Толкачева и Ксения Ярвинин как глава всяких танцев и песен. Вот. Поэтому с микрофоном, да, все. Молодцы. Всегда было жалко Ксюшу.
Я давно не помню, чтобы она пела, не танцуя. Вот она все время на это жалуется. Ну, хотя на позапрошлом, по-моему, звездном кафе Шантани она спела песню «Сидя» один раз. Вот. И всем очень понравилось. Значит, следующие песни нам споет Карина Гулян. Немножко окунемся в детство, и это песни из мультиков. Первая будет песня из мультика «Рататуй», вторая из «Храброе сердцем». Оба мультика диснеевских. Вот. Как бы тема мультиков будет также на нашем концерте в октябре, большом хоровом, на который всех приглашаем. Там будет большой попурри из диснеевских тоже мультиков, которые в нашем хоре прям очень всем зашла, скажем так. Вот. Так что Карина... Ой, да. Приглашаю на сцену Карину Гулян. Ночь.
темной чаще, да не бродят горы с высока, глядят зеркала озер безмолвных, реки давние хранят, полон мир других историй, все они не для меня, а в душе бушует море. Виктория Дайнека. Вот. Следующая песня будет исполнена под впечатлением от исполнения певицы армяно-иранского происхождения Рози Армен. Исполнит ее наша Юлия Толкачева. Называется она очень просто «Мон амур», «Моя любовь». Вот. У Юлии вообще сегодня будет две песни тематические, более-менее как-то связанные с темой нашего концерта, который, как вы знаете, да, называется «Для мужчин, которые любят женщин, которые любят, соответственно, мужчин», да. Вот. Поэтому Юлю поприветствуем. «Моя любовь». Depuis le
Браво. Следующая песня. Следующая песня. Да. I'm still loving you, Scorpions. От души. Всех с праздником. Да. Юль, ты можешь не уходить, кстати, да. Потому что следующая песня дуэтом с Марией Каджаевой. Группа «Супербус». Песня «Самус». Я читал перевод, я честно не понял, о чем она. На самом деле, про какие-то пузырьки в ванной девушка лежит и что-то делает. То есть...
Если хотят участницы сами рассказать, они расскажут. Если нет, то слушаем и наслаждаемся. Красивая песня. Да, нормально все? Пузырьки между тобой и мной. Вот. Больше ничего не буду говорить. J'entrape et je n'en ai pas de pensée. J'ai pris le temps d'homme et mouillé mon savon parfumé. Je laisse les salamandres dans le Интерактив, кафе Шантан. Что ж, следующая песня немножко. Мы поменяли порядок, потому что маленьким нашим представителям надо делать уроки, оказывается. Вот. У нас в хоре существует, как сказать, отделение, отряд особого назначения. Эсперанс, ансамбль. Где выступают маленькие дети. Вот. И сейчас я приглашаю двух представителей этого ансамбля, Машу Ежову. Она споет вам песню «Je vole», то есть «Я лечу». И Наталью Покровскую, это самая старшенькая из ансамбля «Эсперанс». И она оставалась 10 лет у нас в аспирансе и дослужилась до руководителя музыкального нашего коллектива. Поэтому прошу, приглашаю на сцену. Thank you.
Je t'aimerai comme une mère folie.
Следующая песня. Песня из мюзикла. «Нуа солей», «Король солнца». Споет ее нам Мария Каджаева, которая, наверное, готова. Да? Песня называется «Alors d'accord». Хорошо. Это для меня уже сюрприз, поэтому я не знаю, что сказать. Киндер-сюрприз, Тимур. Это мой братик. Вот, но по задумке я его мама. И пою песню маленькому королю солнца, будущему, который в дальнейшем станет, ну, великим правителем. И говорю о том, что мне не важно, ты сын ничего или ты сын короля, все равно я буду тебя любить, и я хочу, чтобы ты шел правильной дорогой. И тогда хорошо. Alors d'accord. Je sais qu'un jour ton tour viendra. Ne t'inquiète pas, personne n'est condamné. Fils de rien ou fils du roi, où tu seras, je serai à tes côtés. Il y a toujours cet an. Et t'avais aussi tourné le dos pour un réseau jamais à t'oublier. Je te voudrais apprendre à exister. Alors d'accord, que rien ne gâche ta vie, ça ne vaut pas la peine. C'est l'amour qui t'amène. Alors d'accord, qu'une danse fasse envie. Sache qu'on en sort grandir. Tout c'est la première part. Alors va où ça te dit. Alors fais ça. Спасибо. Примерно я так говорил по-французски, когда поступал в хор. С тех пор мало что поменялось. Падает пипитр. Что ж, следующая песня. От Ксюши Ярвин, наконец-то она будет петь ее стоя, без танцев. Песня «Le chemin» — «Путь, дорога», не знаю, как здесь. Французской поп-группы Куо, посвящена любви и трудностям, через которые человек должен пройти, чтобы осознать ее. Эта песня была спродюсирована Мэтью Воганом, чьими услугами пользовались Мадонна, Депеш Мод и Элтон Джон. Она была записана вместе с голландской певицей по имени Сита и стала хит-синглом, сделав группу Кио королями отечественных радиостанций, видимо, французских. Поэтому я приглашаю на сцену Ксюшу Ярвинен и Аню Воробей.
Следующий номер исполнит девушка, которая была год у нас в хоре, потом ушла, занялась сольными планами. Вот, но всегда Саша ее звал, приглашал в качестве гостя, потому что заслуженно. Вот, Текла Бендурашвили, она споет вам сегодня песню первую «ЖТМ» Лара Фабиан. Все ее, думаю, знают, любят. Вот. Поэтому поприветствуем Текла. Всем приятного вечера. Очень рада сегодня выступать перед вами. Comme un soldat, comme une star, des
Следующая композиция будет на грузинском языке. Если здесь есть грузины, они это поймут. Это Нино Катамадзе. Я думаю, вообще есть такой всемирный язык музыки, который понимают все. И неважно, на каком языке поет исполнитель. Если он поет с душой, это будет понято всеми. Надеюсь, вам нравится. Çeşi erte Natsnuma karma Memo bitana Surnelit bebis Surnelit bebis Ispi hoşeni Ase Natsnubi Damraval pebis Tous à droite, cari. Chéni l'ulti de winde. Ara per sta vichuati. Ertherom acheti. Ertherom acheti. Isev da isev, mirtive sadret, natsno bikari, matileps pala. Isev da isev, mefika shenze, da shenit mebis, okian. Sadratza kari Sheni lurti tabi Sunde ide Ara per zavi shumati Ertherom ashevati Ertherom Yeah.
Спасибо большое. Браво. Молодец. Сейчас. Вот такие у нас представители. Следующая наша исполнительница Ирина Марго. Она специализируется, поет и делает это очень похоже, красиво и классно на песнях Далиды. Ну, Далида — это французская исполнительница, по-моему, иранского происхождения, насколько я знаю. Вот, она стала королевой диска в 80-х или 70-х. Вот, и про следующую песню, небольшая прелюдия, называется «Эль Кордобес». Кордобес, точнее, да, «Эль Кордобес». В 1965 году в репертуаре Далиды появляется песня «Эль Кордобес» — «Кордовец». И хотя она была посвящена одному конкретному человеку, но звучала как гимн смелости героев, выходящих на арену. Кордовец — это известнейший матадор Мануэль Бенитес Перес, который за 5 лет своей карьеры завоевал неслыханную популярность в Испании и далеко за ее пределами. Его стиль отличается новизной, театральностью, отличался. При этом был смертельно опасен, потому как он работал очень близко к рогам быков. Далида была лично знакома с этим блестящим матадором, присутствовала на корриде, ездила с ним в поместье в Кордове. Это знакомство и восхищавшая Далиду храбрость укротителя быков послужили основой для создания песни «Эль Кордовес». К слову говоря, кордовец долгие годы пользуется огромным уважением. Его именем названа одна из испанских арен, и он до сих пор является серым кардиналом корриды. Так что прошу на сцену Ирина Марго. Русская Далида. Попробуйте отличить, кто слышал. Также прошу обратить внимание на экран. Там будет видео показано, так что смотрим. Dalida, à qui El Cordobés va dédier ce taureau. C'est dans la poussière que tu t'en allas, des rues de Cordoue jusqu'à la feria, des Madrid la belle. Inconnu de toi, le soleil en feu quand tu arrivas semblait se confondre à du sang déjà. Jamais rose rouge n'a eu cet éclat, mais personne n'a eu ce jour-là ce sourire au fond. Les moments du premier combat, l'ombre et la lumière dansent sous tes pas. Chacun attendait comme étant des fois. Je crois que la peur n'était rien pour toi. Et même à l'instant où la mort passa, plus près que les autres, toi tu t'avanças. Et la foule triomphait vivant, découvrir les plus merveilleux, des sourires au fond de tes yeux, jamais plus elle oubliera. Tolède, Barcelone, c'est du Linares, le chemin foulant. Manuel Benitez, avant qu'on ait d'appel El Cordobés. Работает. Раз, два, раз.
В 1975 году, завершая концерт в Олимпии, Далида исполнит специально написанную для нее песню «Джиджи ла Морозо», Морозо, как переводится «влюбленный Джиджи». Она хотела доказать свой талант актрисы, о карьере, которой мечтала в детстве. В песне была небольшая насмешка над нарциссизмом и самоуверенностью артистов, которые порой не понимают, насколько близко их счастье. Написанная в стиле рок-опера, песня длилась 7,5 минут. Наполовину спетая, наполовину рассказанная. Это был рекорд для эстрады того времени. С помощью хора создавался эффект шумной итальянской улицы. Получилась маленькая театральная пьеса, в которой рассказанная история простого музыканта из неапольской деревушки, который захотел стать знаменитым, уехав в Америку. Но, не добившись ничего, через 5 лет он возвращается на родину, где его помнят, любят и ждут его настоящие верные зрители. «Джиджи» станет величайшим мировым шлягером Далиды, принеся певице несколько золотых дисков, мирового Оскара песни и 8 наград в других странах. «Джиджи ла Морозо». Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline, moi j'ai dansé frappant du tambourin. Et tout ce que venait, c'était pour écouter celui qui faisait battre tout le cœur. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: arriva Gigi la Morosa, croqueur d'amour et de velours con une caresse. Gigi amorosa, toujours mon cœur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait, Zaza et Luna Caprese, au soleil mio. Gigi Giuseppe. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui ferma ses boutiques tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était naissante et qui n'aimait jamais tromper son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porte plus le deuil parce qu'il n'aimait pas les noirs. Toutes, je vous dis. Mais mets-moi. Gigi me saute en liberté jusqu'au jour où une riche américaine, à grand coup de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tout sera le plus beau de tous les carousaux. Lui disait-elle jusqu'à perdre haleine. Nous voulons la gare avec tous nos mouchoirs. Le cœur serait mieux par ce grand départ. Pourtant, t'es fier. Passe la frontière, Gigi parfait conquérit l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi la Morosa, croqueur d'amour et de velours con une caresse. Gigi la devant la foule, la chanté, Zaza Luna Caprese, au soleil mio. Gigi, quand le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Et le lendemain, le village n'était plus la même. La femme du boulanger
Refuser d'elle, mais s'en fout. La femme d'une terre par désespoir prit plusieurs amants. La veuve du colonel ferma ses persiennes et replaida pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi, les années ont passé, sans que vers sans que t'es. No news, c'était good news, on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du tonnerre pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans les silences, oubliant nos costumes et nos instruments, on entend devenir comme une larme soupir. De l'île noire? Attends! Laisse-moi te regarder. Mais tu pleures? Tu pleures, Gigi? Ça n'a pas été la paille. Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part les roquelettes vista? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais de venir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece no, tu sais Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini, et tu es napolitain. Écoute, Giorgio s'est mis à la guitare. Attends, Sandra là aussi. Mais tu te prenais comme ça? Ici, tu es chez toi. Ici, tu es le roi. J'entends de les entendre, Gigi. Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante. C'est ton public. Chante pour eux. Je me souviens parler. Oui, chasse, bravo, Gigi, canta, bravo. Carmela, Carmela, lo sai che ne va di Gigi dall'America. Joserina, 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 senti, senti che va di Gigi da Hollywood. Ma sono chi ne va di, senti, no? Criada, corri, corri, pare, Gigi, giudinare. Chi ne va di lo zio Gigi dall'America. По-моему, очень классно. Маленький театр. Мы такого еще не слышали у нас. Обычно были короткие песни и без театральных таких постановок. Ну что, следующая песня. Нас поет Сильвия Джавршан. Осталось буквально 4, кстати, песни до конца концерта. Вот, песня, значит, испанской группы, которую Сильвия название не смогла прочитать, говорит, я не знаю, как она читается. Вот. Но песня называется «Te dejo en libertad». Я отпускаю тебя на свободу. Сильвия, поприветствуем Сильвию. После нее нас поет «Donne-moi le temps». Вторая песня, французская, как вы поняли. Вот, поэтому, пожалуйста. Da
sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón. Песня также о любви, как и первая, и в ней говорится о том, что любовь никогда не бывает случайно. Итак, «Donne moi le temps», «Дай мне время». Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter.
Добрый вечер, дамы и господа. Рада всех приветствовать. Я вам немного расскажу про песню, которую я вам спою. Песня называется «Важа». Ну, собственно, почему такое название? Странное, может быть, немножко необычное. Все очень просто. Французско-грузинские связи, они довольно-таки крепкие и необычные. Такой своеобразный феномен, я бы сказала. Есть такой грузинский писатель, поэт, которого зовут Важа Пшавела. У него потрясающие стихи, это классик в грузинской литературе. И однажды, когда был юбилей с дня его рождения, грузинское правительство устроило конкурс. Все очень просто. Нужно было написать на стихи этого прекрасного поэта музыку и сочинить песню. Один из победителей этого конкурса стал прекрасный грузинский композитор, музыкант, которого зовут Нияз Диасамидзе. У него есть потрясающая группа, которая называется 33А. Я вам советую всем ознакомиться с его творчеством. Собственно, Нияз написал и перевел стихи Важа Пшавела на французский язык. Звучит очень здорово, я бы сказала. Песня о жизни. Песня о том, как когда поют птицы, вот это пение птиц может стать причиной радости в четырех уголках мира. Собственно, я думаю, вам понравится. Ну что, господа, приступим. Cri de l'aigle
sur les cimes, le cri de l'aigle sur les cimes. Que souffle le vent de la vie sur les paysages mortels, que la clarté se multiplie dans les astres et dans le ciel. Que la faveur de l'abondance serve le pays en primaire. Nos martyrs de la violence n'ayons plus de pleurs. Que le chant des oiseaux résonne joyeux aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde. Вот таким оркестром Надежда маленький оркестр мы завершаем практически наш концерт. На афише было написано то, что на сцене будут только девушки. Надеюсь, вы не расстроитесь. Вот. Ну что ж, все. И последняя песня нашего концерта споют девушки хором под хоровую запись. На ней вы услышите голоса всех, кто сейчас есть в хоре, кого-то нет, кто-то скоро вернется. Вот. Ну и при этом те, кто сегодня уже выступали. Вот. Прошу на сцену. Сейчас минусовку пока не включайте. Сейчас все соберутся. Да. Зрители сегодня тоже могут петь. Те, которые, собственно, наши хористы и зрители. Все. Данил ушел? Данил не хочет тоже с нами? Пока мы все собираемся, хотелось бы сказать, что вот, в принципе, наш концерт, он был приурочен к дате 23 февраля, День всех мужчин. Мы решили немного отойти от военной тематики и спели вам песни о любви, о дружбе, о чувстве, обо всем на свете. А сейчас хотели бы спеть вам песню, которую мы посвящаем мужчине, который вот именно нас всех объединил. И именно для нас он один из самых значимых мужчин в нашей жизни. Вы его видите на экране, он с нами был весь концерт. Вот. Возможно, он где-то среди нас. К сожалению, он не так давно нас покинул, но мы чувствуем его присутствие, и поэтому продолжаем петь. А песня называется «Oui, je l'adore», «Я тебя обожаю». Oui, je l'adore, oui, je l'adore. Quand il me dit que je l'aime,
Спасибо за все, мы вас обожаем.